Я хотел кататься на электровозе. Я уже катался везде. На пассажирском поезде. На электровозе. На электричке. На лаз. На ласточке. На метро. Максима расстройство аутистического спектра. И вот эта вот упорядоченность, движение, расписание, то есть, возможно, еще в силу особенностей, это вот ему очень сильно нравится. Вот. И очень часто мы даже приходим просто гулять, потому что ему нравится все это вот смотреть. И когда проезжают электровозы, поезда, его всего передергивает, и он вот вообще, ему это все очень нравится. И мы очень много ездим, путешествуем, с самого раннего возраста его возим везде. И, ну вот в кабине машиниста он еще не был. Есть уже несколько лет хороший проект «Елка желаний». Им я каждый год и все члены правительства каждый год участвуют в этом замечательном проекте. Да, снял шарик желания и прочитал, что Максим хочет увидеть железную дорогу из кабины машиниста. Сложная задача, но благодаря нашим коллегам, нашим партнерам и нашим хорошим друзьям Северной железной дороги Вологодскому отделению, я думаю, мы сегодня эту мечту осуществим.